С барыш. 10 июля 1649 год. Мамы гости. У нас гости. Говорят, что орды и казаков 500 000. Чтобы у вас язык отсох. При штурмах рубить головы легче, чем в поле. Вот так, братишка. Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте! А гетмана князю Ереме. С чем пришел? С чем послали, с тем и пришел. Говори смело. Гетман приехал с барышей, гости. Завтра посетит вас. Скажи ему, что пир в замке будет не завтра, а сегодня. Отпусти, хам! Отпусти, хам! Подарю тебе жизнь! Отпусти! Отпусти меня! Знамя! Я захватил знамя! Я сам не знал своей смелости! Вам, хамы, еще повезло, что я не пошел в атаку! Я захватил в битве вражеское знамя! Лицом к коннице. Уезжайте.
идут. Идут в ногу. Это запорожская пехота или иначе. Они хорошо маршируют. Готовь оружие. Утренняя звезда. Королева ангелов. Боже всемогущий, Матерь Божья. Это ты, Багун? Гетман, что происходит? Сам видишь, мир. Ты их отпускаешь? Ярему? Хан нас предал. Подписал договор с королем. Братья! Тому слава казацкая Люба, за мной! Стоять! За мной! За мной! Стоять! За мной! Стоять! Приготовить оружие! Огонь!